стала спонсором этого видео «Лавка заката». В этой лавке найдете много годных вещичек и штучек, а также добрых админов. Также в этой лавке сейчас проходит набор в редакторов. Чтобы попасть в редактора, тебе просто нужно заполнить анкету и все. Ссылочка в описании, заходи и вступай в эту группу, я буду очень рада. Ребята, вы находитесь на канале Шакирадок, и сегодня я покажу, как сделать вот такую вот магию. Эту магию я рисовала сама, ну, чтобы вы знали. И давайте приступим. Или же у нас должен получиться вот такой результат, или вот такой вот. В принципе, он одинаковый. Итак, для начала мы рисуем скетч нашей магии. Берем ручку, баллончик, маркер, в общем, ту кисть, которой вы рисуете скетчи. Выбираем любой цвет, ну, я возьму ярко-голубой такой. И просто рисуем скетч. Вот, неважно какой даже, просто рисуем. Так вот, оп-оп-оп, готово. Дальше, если у вас графа, создаете новый свой, просто. Если же у вас мышка, создаете новый векторный свой. Вот так как у меня графа, я создаю просто свой, беру кисточку, баллончик, тип края закругленный, мягче, квадратный, острее, то есть самый жесткий. Минимальный размер, это на свое усмотрение, и плотность на 100. Выбирайте цвет вашей магии. Например, я хочу, чтобы у меня цвет был такой розовый, поэтому вот такой, какой-то вот такой вот, да? И я беру этот цвет вот такой темный, к контуру прям. И это все ввожу. Если у вас, как я повторюсь, мышка, вы вводите это все вектором. Вот, что-то такое у нас получилось. Дальше берете волшебную палочку. Режим выбора точно. Источник выбора текущий свой и антиалиас. Точно. Значит, прорезайте вот это вот. Делайте это в районе 120, до 120. Дальше не надо. Я 93 возьму. И выделяем вот эту область. Создаем новый слой под контуром. И красим его в наш цвет. Ну, я, наверное, даже где-то такой возьму. Вот. Дальше переход Lumi и Shade. Ну, или же он по счету 7. И где контур, тоже Lumi и Shade или по счету 7. И не прозвайте, меняем так, чтобы у нас получилось, ну, чтобы выглядело нормально. Вот где-то вот так вот. Дальше берете блур, тип края самый жесткий. Мин размер на ваше усмотрение и плотность 100. И размывайте вот таким вот образом контур, очень аккуратно. Не нужно вот так вот как тяп-ляп, аккуратное терпение и труд, все перетрут, как говорится. Так вот все аккуратно размываете. То есть вот должно вот такое что-то у нас получиться, я, наверное, даже подредактирую, это на розовый не похоже. Вот, вот, где-то вот такое. И на нашем своей нише также можно размыть, чтобы было тоже так, ну, чтобы лучше выглядело. Конечно, можно с этой стороны немножко размыть, но я не буду этого делать. То есть, получается, у нас что-то вот такое. Нет, это не все, нет. Ну что, нет, конечно же. Так, кто-то пока написал. А, ладно. Итак, создаем новый слой, прикрепление слоя и Lumi и Shade. Берете ручку, маркер, баллончик, в общем, что хотите, возьму ручку, выбирайте самый яркий цвет вашего цвета, ну оттенок точнее, и рисуете такую полосочку. Дальше берете ластик и вот так, и зигзагом так вот это все стираете, то есть чтобы получились осколки. Значит, создаем новый слой, Lumi Shade, то есть мы по счету переход. Выбираем баллончик, эффект noise, плоть 50 и тип края самый жесткий. Берем где-то размер 330 и осветляем так вот нашу магию. Даже, наверное, посветлее возьму. Можно осветлять различными оттенками, в принципе, такого не нужно очень много, потому что это будет выглядеть, ну, не круто, ребят. Можно взять также темный оттенок и затемнить немножко, то есть получается как-то так вот. Да, еще тут, кстати, нужно здесь подразмыть, вот так вот. Ну, в принципе, это еще не все. Создаем опять же новый слой, прикрепление слоя, переход все тоже Lumi Shade, 7 по счету. Дальше опять берем баллончик, только просто уже. И наносим такую небольшую тень. Светлого цвета и темного цвета. Ах да, свой перекидываем на контур и на свой вот так вот, да. Берем блур, тип края самый последний, то есть жесткий, и размываем это все аккуратненько, вот так вот. То есть, чтобы у нас получилось что-то такое, как, вот так вот. Дальше создаем опять новый свой, прикрепление слоя. Переход Lumi Shade, все 7 по счету, да, ребят. Выбираем наш баллончик с эффектом noise, делаем тоже светлый оттенок.
вашего цвета и начинаем рисовать такие звездочки. Можно и также еще точечки, сердечки, что хотите. Это уже на ваше усмотрение. Меняйте непростить, как хотите, и, в общем, такое что-то у нас получается. Нет, это тоже не все. Дальше сходим у нас контур. Мы над ним создаем новый слой, прикрепление слоя, линии shade, то есть седьмой по счету. Просто баллончик, наносим светлую тень, наносим темную тень. Берем блур и неаккуратно это все так вот размываем. И получается вот что-то такое. Да, кстати, у меня вот здесь вот я нашла, вот так вот нужно разбурить. И, в общем, такая вот магия у нас получается. В принципе, мне кажется, очень круто. Ну, мне кажется, это как вы думаете уже. В общем, эффект у нас очень даже вроде получился такой, ну, типа магический. Можно, конечно, еще добавить сюда различных еще каких-либо штучек. Ну, ладно. Всем пока, вы находились на канале Шакира Док. В общем, всем до встречи, да? Блин. Да, захотите в лавку?